Такую афишу сложно не заметить. На рекламных билбордах полный перечень партнеров и спонсоров чемпионата. Один из генеральных – наследник Дядьковского хрустального завода Авдеев Кристалл. Во-первых, это национальный вид спорта. В детстве я тоже им занимался. Вот. И сегодня он имеет мировой статус, эта борьба наша, именно что она национальная. Это очень радует. И второй момент – это то, что он проходит, этот чемпионат в нашем Брянске. Это очень знаменательное событие для всей нашей области, для спортсменов наших и вообще для всех людей. Делать кубки для спортивных состязаний предприятию не впервой. Однако аналогов такой награде еще не было. Дизайн разрабатывали в Дядькове в сжатые сроки. Опирались на современные тренды. Отливку доверили самым мужественным из бригады мастеров. Под стать будущим чемпионом. Семь часов заготовка лишается напряжения в печи, потом скрупулезная проверка качества, шлифовка в несколько этапов до придания благородной матовости всем поверхностям, снова проверка, художественная ручная гравировка и, наконец, фирменная упаковка. Мы решили сделать от себя этот подарок, потому что это очень интересно, думаю, звучать будет на всю Россию. А мы предприятие тоже с уникальной своей технологией. Вот. Со старой историей 240 лет. Поэтому это будет очень знаменательно, интересно. И мы должны друг друга дополнять. Вес каждого кубка 5 килограммов. Изготовлены по технологии, которая не менялась с 1780 года. Даты основания хрустальной фабрики. Как любой аристократ, чемпионская награда требует бережного обращения. Но вдребезги не разобьется ни при каких обстоятельствах. При этом преломлять свет, сохранять блеск и издавать характерный для дядьковского хрусталя малиновый звон – такой знак спортивного отличия будет не один десяток лет. Победителей будет 22. Каждый получит свое 5-килограммовое произведение искусства от дядьковских хрустальщиков. А вот имена чемпионов станут известны 4, 5 и 6 марта. Светлана Дробкова, Сергей Дюков, Дядьково.